Привет! Ты на канале Сёмкид Шоу, да? Сегодня мы с Сёмиком отправились путешествовать в лес, искать грибы. Да? Сейчас подождем, когда паром приедет, будем через паром переправляться, да? Вон он там тарахтит. Идем посмотрим, пойдем? Пойдем посмотрим, как там тарахтит. Вон, смотри, машинки там плывут. Вот, теперь мы с Сёмиком стоим на пароме. Ждем, сейчас машины еще подъедут и поплывем, да, Сёмик? А дождик начал капать. Будем искать грибы. Под такой погодой, да? Под дождливой. Елочка? Колючая? Мокрая? Ну, дождик шел, она намокла. Да? Туда пойдем? Идем к папе. Сёмик идет, как будто тут каждый день бывает. Уверенно куда-то шагает. Грибы искать, да? Так, заходим под елочки. Ищем грибы. Да, о, грибы. Ничего себе, какой гриб огромный. И там дальше еще один. Ничего себе. На целую сковородку будет. А комаров сколько повзлетало. Ай-яй-яй-яй. Фу, прям мне на нос. Комары садятся голодные. Никто по лесу не ходит, да? Сейчас нас тут погрызут. Что, подвинуться тебе не видно? Ой. Ты на веточку сядешь. Белочка. Ой, какой большой, красивый. А ну показывай, где гриб. О, ничего себе, какой вырос. Так, аккуратно. Чтоб не... С этой стороны. Сейчас папа срежет, тебе дам. Понятно, кому ж теперь доверять, что ведро грибами. Сёмик, вот еще грибочек. Ты идешь? Где ты там? Уже еле барахтаешься. Вот он какой. Вырос большой. Вот еще грибок нашли, да, Сёмик? Ну, уже все равно. Он уже устал. Смотри, какой. Чайку с термоса горячего с печенькой. Сил поднабраться, да? На свежем воздухе. В лесу надышался хвойным воздухом, да? И кушай теперь. Вкусный такой чай на природе. Печенькой. Ой,
однажды замучила мальчика нашего. Проходил, наверное, километров 5 мы с тобой пешком прошли по лесу, да? Пока грибы искали. Мы собирали полведра. Папа дальше пошел собирать, а мы тут остались. Отдыхать и кушать. А папа сейчас придет. Убери уши, ну набирайся, хорошо? Такое вкусное печенье. Тебе задание, Семик. Нужно высматривать флажки в траве. Там будут сюрпризы. Пошли искать. Идем. Да. Ох, где-то тут что-то спрятано. Внимательно смотри. Ой, трава растет красиво, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что там? Ты увидел? Ой, потихоньку. Тут коряги торчат. Ой, и мухомор на дороге сегодня встретил. Да? Бам! Бам его ногой. Красивый мухомор. Бери глазок и баночку. Давай, не будем собирать, потом будем смотреть, что там. Там вряд ли что-то будет. А ну смотри внимательно. Еще увидел? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай флажок. Опля. И баночку нашли, да, с сюрпризами? Да, потом открыли. Так, а ну еще смотри там. Может, за елочкой здесь? В другую сторону идем, вот в эту. А ну смотри. Вот тут лазур и какая-то баночка, да? Всем привет! Куда, Семик? Давай, доставай, будем смотреть, что ж там тебе белочки, зайчики наложили в баночки. Лизун? Как ты его будешь открывать? Не знаешь? Надо бумажку снять, телефон. Снимается. Ну, отложи пока. Давай другое посмотрим, что проще открывается. А его тогда потом откроем. Что там у тебя еще? Ух ты! Скитер! Вкусняшки все не любят. Скитер, да? Опа. Ой! Ой, застрял! Ой! Ну, белочки напихали, да? Не достанешь баночки. Конструктор красивый. Вкусняшка. Будешь открывать, пробовать? Подожди, вот надо бумажку снять. Оп. Открывайте, крышечка должна открыть. Ну как? О, открылась. А что там у тебя, подарок какой-то в крышечке? Вон он у тебя выпал. Вон. Что это? Спанч блок у тебя такой? Брелок Спанч Боб? Держи, я буду открывать. Опа! Бам-бам! Ух ты! Там какие-то палочки.
и вкусный крем. Надо палочку брать, в крем макать и кушать. А ну пробуй. Ну-ка. Чё? Не хочешь? Ну ложи тогда. Крышечкой накрой, чтобы не попадало ничего. Крышечкой накрывай, где крышечка? Вот крышечка. Накрывай. Ой, чтобы мурашки не залезли. Да, а здесь у тебя сзади, Сёма, тут же магнитик спрятан. Конфетки надо? Зубы не повыпадают, да? Нормальные конфеты. Это палочка от флажка. Дай посмотрю. С какой стороны тут открывать? Ой, ничего себе там лизунище. Ай, 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 убегает, ай, ай. Засовываю банку обратно, пока не убежал. Давай по кускам его засовывай. Скользкий, да? Все, закрывай. Будем дома тогда его доставать, играть. А то убежит тут по лесу от нас сейчас. Лизун. Переверни крышечку наоборот. А, убегает. Все, закрыли его, чтобы он не убегал. Так, что будешь открывать? Будем смотреть, какие магниты нам попались. Вот здесь вот надо открывать бумажку. Конструктор будешь смотреть. Тебе помочь открыть? Давай. Держи. Высыпай. Теперь собирай, вставляй один кружок в другой. Не понимаешь как? Давай. Держи один кружок, а я тебе покажу, как вставлять. Держи. Вот смотри, вот так вот. Раз. И зацепил. Видишь? Так со всех сторон вставляешь, и будет красивый конструктор у тебя. Всякие фигурки будем делать, да? Вот, смотри, получилось? Так, что еще у нас? А где у тебя Спанч Боб валяется тут? Под ногами. А ну где вот? Вот он. Давай откроем, посмотрим. Что же это попалось тут? Открывай-ка. Видишь, где открывает? Вот, смотри, вот тут вот. Держи пакетик, я помогу. Ой. О, все, открываем. Ой, что там высыпает? Это брелок тебе попался такой? Дай я посмотрю. Мягкий брелок, Спанч Боб. Язык показывает, да? Две стороны. Одна и другая брелочка. Брелочки, мягенькие. Ну что, тебе понравились подарки? А? От лесных зверей. Сёмик. А Сёмик уже конфеты трескает. Да? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Да, лайки ставьте. Всем пока-пока!